have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами в Бихолдере, который 2, продолжаем свинячить, крысячить, разрушать судьбы людей. Я тут немножечко подумал, не знаю, есть у меня некоторые вопросы. Во-первых, я до сих пор не знаю, где запрашивать личное дело Смита. Во-вторых, я не знаю, где мне найти скотч. Ну, скажем так, я предполагаю, где я могу его найти, но там есть одна трудность. Я думаю, что он может быть в ящике одного из сотрудников, но, как я понимаю, я пока что не умею взламывать эти самые ящики. Надо будет еще раз попробовать, как это все будет происходить. Эван, где ты ходишь? Ждем только тебя. Итак, сегодня торжественно объявляю старт нового раунда суперигры. Совесть и честь. Две команды типа. Представляю команды участницы. Команда Верность. 1. Кайл Брафловский. 2. Нина Краус. 3. Седрик Кражевич. 4. Финн Бром. Отчизна. Эван Редгрейв, Джон Смит, Глория Мелфи, Хэнк Райт. Ну, то есть весь наш этаж. Почеточку начнется завтра с началом новой рабочей смены. Как обычно, победит команда, которая сделает для пользы министерства больше, чем соперники. Ну, а проигравший получит уникальную возможность изучить устройство измельчительно изнутри. Поздравляю всех, можете идти работать. Блин. Блин. Это просто, это вот это сейчас просто отвратительно, если что. Я не хотел этого. Победить в суперигре. Наше дело, команда отчизна участвует в суперигре. Если проиграем, у нас скинут в измельчитель. А сколько времени оно будет идти? Отчизна. Надо, чтобы мы победили, да? Ёлки-палки. Что тебе нужно? Вы знаете, какой сейчас месяц? Май? Да, скоро состоится патриотическая викторина имени вождя. Викторина принимает участие несколько команд, мне не хватает одной. Всего 5 человек отдаляют меня от блестящей организации ПВИВ. Один же есть, Глория Мелфи, своего сына записала. Хочу, чтобы вы нашли еще 4 человека в команду. Служащим нашего этажа принимать участие в викторине нельзя, так что подбери... Побродить по министерству. На крайний случай можно с улицы кого-то взять. Справитесь? Придется авторитетом давить, да? А черт с тобой, давай. Сделай, что смогу. Жду результаты. Ну что, Редгрейв, нашли участников? Понятно. Да, до свидания. Черт. Так, ладно. Ладно, погодите. Давайте я сначала... Сначала вот так. Я хочу посмотреть, могу ли я взламывать ящики. По-моему, нет. С прошлого раза же ничего не поменялось. Да, видите? Необходим навык взлома сувальдных замков. И я не знаю, то ли я его пропустил, то ли я его где-то еще не нашел. Я еще не знаю, как это все будет происходить. Ладно. Так... Где у нас Отто фон Бисмарк? Иди сюда. На тебе. Поговори про блок памяти. Нашел, да. Да, нашел новый блок. Биты, наверное. Ну-ка. Хорошая модель. Ласточке понравится. Ты покажешь мне журнал? Сейчас поменю, прочитаю данные. Что это у нас? У вас список ограниченных объектов, органических объектов, прошедших через ласточку в период, когда пропал этот ваш кто-то там. Билл Миллиган, серьезно? Джейкоб Кох, Станислав фон Байер, Валерия Синг, Инесса Блюм, Джон Кирмахер, Николас Макбрайт. Я сейчас читаю имена разработчиков, да, что ли? Эмиль Харт, Лилиан Габей, Оливер Свист. Оливер Свист! Типа Оливер Твист. Это интересно. Мистер Пушистик. Ого! Мистер Пушистик. Ребекка Вальде, Эдвин Ди Марио, Кент, Отто, что, блин?
Это все? Ну да, как твоего звали? Рабиндранат Райт. Ну вот, нет его тут. А почему найти 5 участников викторины, один из 5? Это как? Спасибо, Отто. Найти компромат? Нет, это погодите. Он получил повышение. Обыск этажа, кстати. Обыскать кабинет Сальвы, точно! Артура Митчелла я не могу записать. Ну, нет, он работник нашего этажа, типа, да? А, можно! Хочешь поучаствовать в викторине? Что это такое? Там вопросы будут про сторону, про вождя, нужно отгадывать. Про какую сторону и вождя? Да, плохая была идея тебе предложить. Ладно, бывай. Стой! Может, я тогда этому Отто смогу предложить? Отто, ищу участника викторины. Хочешь поучаствовать? А там можно будет чинить механизмы? Боюсь, что нет. Викторин патриотический. Нужно отвечать на вопросы про сторону и вождя. Дай паспорт кого-нибудь. Понятно. Ну-ка, я подожду полтора часика и попробую к нему проникнуть. Взламывать я его не могу, стол, к сожалению, но я могу покопаться в его компе, что уже круто. Видите пароль? Пароль неверный, блин. С ножом, с чихуахуа. Письма. Уважаемый Альберт де Сальва, имеем честь пригласить вас на ежегодную выставку собак имени вождя. Выставка состоится по адресу улицы Народных партизан, 17. У нас любитель песиков, да? Уважаемый товарищ де Сальва, с прискорбием можно сообщить, что все экземпляры запрашиваем вами учебника по патологической анатомии эпохи мрачных дел уничтожен согласно директиве номер такой от Министерства науки и техники. Приносим свои извинения. Слава Арстоцки. Твои чудовищные опыты. О Калибер Редгрейве. Так, секундочку. Твои чудовищные опыты, Калиб. Я не совсем понимаю суть твоих претензий. Если бы я не знал тебя как человека, преданного идеалам нашего великого общества, то мне могло бы показаться, что ты защищаешь тех врагов народа, над исправлением которых я тружусь, не покладая рук. Но это же не может быть, Калиб. Уверен, ты не предатель. Возможно, нам стоит поговорить откровенно в каком-то месте без камер, чтобы не придерживаться правил официальной переписки. Я знаю одно такое место. Оно прекрасно подходит для того, чтобы выслушать все, что есть. Приходи ко мне в кабинет на чашку чая, я покажу тебе, де Сальва. Редгрейв. Твои чудовищные опыты? Альберт, я сомневаюсь, что это письмо хоть как-то повлияет на тебя. На 100% уверен, что ты уже не в состоянии остановиться. Но я все же должен попытаться. То, чем ты занят у себя в тайной тайная комната, уже давно за гранью зла. Это не поддается описанию, и я в отчаянной попытке спасти хоть кого-то из этих несчастных молю тебя, найди в себе силы, задумайся прекратить кошмарные эксперименты. Оно у меня отобразилось здесь. Блин, пароль. Кличка вашей собаки. Ну, понятно, что он чихуахуа любит. Так. Я думаю, что если я найду пароль, это откроет мне тайную комнату. У него тут, кстати, оружие везде висит. Надо будет с ним как-то поговорить насчет клички его питомца. Это крайне интересно. Отпускать кабинет. Это мне ничего не дало, но я думаю, что это... Ну, я думаю, что он стал результатом... А могу прямо сейчас же просто постучать и зайти к нему, он будет у себя или нет?
Я думаю, что он просто заманил этого чувака и проводит над ним эксперименты. Постучать? Да, и он уже на месте моментально, да? Угу. Слушай, а можно про твою собачку поговорить? Поговорить обо всем. Пит Фергюсон, Министерство суперигра. Про отца. Извините за личный вопрос. Знали отца? Да, Калеб был своеобразным человеком. По-моему, это мы читали, да? Да. Погодите, а на фотках не было под... Блин, вот это я тупанул сейчас, да? Ладно, это я завтра тогда проверю. На фотках могли быть подписи? А черт с ним, я проверю прямо сейчас. Я понимаю, что я на это трачу уже 3 часа. Но... Блин... Я тупанул, конечно. Сейчас взлом компа еще полчаса, да? 15 минут, ладно. Мои фотографии. Подписи нету нигде. Черт. Ясно, вот имя вот этой вот шавки, это пароль к его терминалу. Так. Выставка собак. Shaggy Years Gmail. Mail, ну типа mail.gov. Ежегодная выставка. Десальва. Ежегодная выставка собак имени вождя. Выставка состоит по адресу народных партизан 17. Мне нужно сходить на народных партизанов 17. Если он был на этой выставке, я думаю, что он был. Он обожает свою собаку. Мне надо сходить туда, узнать имя пёселя, вернуться сюда, взломать его комп. Короче, да, по-моему, это звучит как план. Хорошо. Народных партизан 17. Пойдем пошатаемся по министерству. Сейчас попробуем кого-то пригласить на эту сраную... О, кстати, чувак, ты не хочешь поучаствовать? Измельчитель, бездушная машина, та-та-та-та-та. О, участие. Я набираю команду для патриотической викторины. Хотите принять участие? Не, хочу! Ладно. Пойдем разговаривать с другими... Блин, а с кем? Ну, типа, наших же чуваков я не могу приглашать. Мне сказали, что нельзя приглашать людей с нашего этажа, правильно? Ну, типа, предложить... Хочешь принять участие? Угадал. В смысле? Не хочу. Так, закончить разговор. Угадал, не хочу. Так, блин, знаете что? Наверное, надо бы немножечко поработать, что ли? А, нет, это завтрашнего... Это завтрашнего дня начинается, да? Супер игра. Все, тогда поехали отсюда. Сейчас попробуем поприглашать здешнее население. Бабуленька, чё? Добрый день. Предложить. Добрый день, набираю команду для патриотической викторины. Хотите принять участие? Молодой человек, поищите кого-нибудь другого. Хочу потратить свой перерыв на созерцание нашего прекрасного министерства и отдыха. Убеждаем. Ну его нафиг. А вы умеете убеждать? Пожалуйста, соглашусь. Вот замечательно, спасибо за участие. Вам с вами скоро свяжутся. 2 из 5. Блин, неужели меня тоже записали в это говно? Можно я не буду участвовать? Так, жучара, иди сюда. Нет, ясно, его нельзя пригласить. Пошатайся по министерству. Блин, ну так я потрачу очень много, если чё. Вчера ходил в отдел выплат узнать, почему мне так мало платят. И что? Все в порядке, я просто мало зарабатываю. Все в порядке. Нет, ну знаете, с населением страны, вот, которая так мыслит, да. Добрый день, предложите. Набираю команду. Ваша команда проигрывает в суперигре. Мне, знаете ли, не до виктории. А, вы проигрываете в суперигре, убедитесь. Уговорили. Блин, ну я так 1000 это, экспы солью, вы чё? Ну нельзя так. Ну, не экспы, это уважение. Да, тут у нас иностранные деньги.
Но я не умею взламывать, черт побери. Ладно. Сегодня отличный день. Что вы имеете в виду? Вот, предложить участие. У меня к вам есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Эти ребята похожи, кстати, на этих разрушителей легенд. Сейчас посмотрим, отобразится как-то в диалоге или нет. Мне это неинтересно. Но я же... Ладно, поговорить о погоде, эта строчка потом исчезает. Я не знаю, в чем прикол этих ребят, с которыми можно поговорить о погоде. Они здесь, типа, еще когда я работал на этом этаже были, и что-то с ними явно не то, но я не знаю что. Так, ладно, тебя вряд ли можно пригласить, да? Блин. Я пришел на свое старое место работы. Ясно, Карл, ясно. Ясно. Информация о коллегах. Ну хоть еще немножечко. Добили до 700. Фишка в том, что они там сидят постоянно, они не выходят. Слушай, Магда. А, да? Магды тут тоже больше нет. Тут Карл. Что происходит? Я сюда, кстати, не заходил все это время. Сувальдных замков. У меня нету этой фигни для взлома. Видите, тут тоже сувальдных замков. Я где-то, блин, то ли я где-то пропустил, то ли... Я, короче, не знаю, в чем прикол. Слова Арстоцки? Не, не хочу. Черт. Оно меня не выпускало. А, да, это... Оно дает одну. Ай, черта все. А где я могу взять эту книжку по сувальдным, блин, замкам? На картотеку. Погодите, а обыскать Каменде Сальва, победить Суперегре, запросить личное дело. У кого его запросить? Как это вообще все происходит? Хорошо, ладно, предлагаю пойти до... Блин. Надо еще два человека. Может, она сказала, можно кого-то с улицы, кстати, затащить. Предлагаю сейчас пойти домой, потом сходить на этот переулок... Насчет собачки узнать. Я практически уверен, что это будет решение проблемы. Может быть, мы на улице встретим кого-нибудь, кого мы затащим в викторину. Бедный тот человек, которого мы затащим, но это уже другое дело. Так, где же мне взять эту чертову книгу по сувальдным замкам? Она мне прям уже, ну, очень нужна. Смотрите, сколько я всего не могу открыть из-за этого. Бюро находок. Блин, оно здесь. И тут же это бухлишка. Эта книга была здесь все это время, серьезно. Блин, это решает столько вопросов. Интересно, сколько часов надо на ее изучение? Нужно ее изучить как можно быстрее. Потому что тогда я смогу и покопаться в столе Фергюсона, и вскрыть сейф Фергюсона, я уверен, там будет что-то интересное, и повскрывать ящики всех наших коллег. И, блин, кстати, у нас деньги заканчиваются. Это плохо. Это прям отвратительно. Я сейчас отдам 700, и все. И у нас нету квестов, которые дают нам, блин, деньги. Так.
Я не могу запросить дело Смита, да? Или могу, или... Набрать номер. Позвоните в архив. Запросить... Да-да-да, вот это, пожалуйста. Здравствуйте, я хотел бы получить информацию о сотруднике министерства Джон Смит. Ожидайте. Мы Джон Смит, возраст, данные отсутствуют, семейное положение, данные отсутствуют. Что значит, данные отсутствуют? Так, как такое может быть? Спасибо за обращение, Министерство информации. А в архив? Каннингему? Ло? Про Джона Смита. Я по поводу Смита, с ним явно что-то не так. Кто же это заметил? В архиве нет ничего, кроме его имени. Все графы пустые, ни родителей, ни близких, ничего. Может быть, только одно объяснение. Кто-то почистил его дело. Зачем стирать информацию о простом служащем? Да, потому что он не простой служащий. Ну, что мне делать дальше? Он не выглядит крепким орешком, у него явно есть какая-то тайна. Думаю, ты можешь слегка припугнуть его той информацией, что у нас есть. Глядишь, он расколется. Ладно, попробуем. Блин, что мне сейчас... Куда я могу сходить? Поискать кандидат на участие, пойти на выставку собак, да. Мне это нужно. Оу, а когда мне это успели, за что мне успели начислить? Хорошо. Так, кэш. По всей стране празднуют месячник щенка, введенный в честь любимой собаки мудрого вождя. Оказалось, что согласно разнарядке министерства, все сотрудники, посетившие выставку, получили награду. В городском дворце мероприятия собралась большая толпа людей, было гораздо больше, чем собак. На собак нужно было специальное разрешение, получить которое удается крайне редко. Вы заметили в толпе знакомый профиль Альберта де Сальво в окружении огромных... похожих на шкафы бритоголовых мужчин. На руках он держал миниатюрную собачку размером с дамскую сумочку. Процессия пошла через зал и скрылась в комнате с вывеской VIP Кобели? Блин, ладно. Ход которого охранял охранник с невозмутимым, словно скала, лицом. Заговорить? Вы подходите к охраннику, пытаетесь вежливо завести разговор, едва поведя глаза, охранник теряет к вам интерес. Ну, наорать на него не получится, давай подкупим. Вы решаете изменить тактику и достаете кошелек. Все охранники берут деньги, это оказалось не исключением. Вас спрашивают, что вас интересует. Спросить про собаку. Эту собаку товарищ Десалю подарил сам вождь в знак особого расположения к доверию. Кобелька зовут Спок, в честь главного героя любимого сериала Де Сальво. Спок. Я сейчас, если что, пальцы держу, вы знаете, в каком виде. Так, про Де Сальво. Расскажет, товарищ Де Сальво является почетным членом кинологического клуба Хельмера. Говорит, что собака его единственная любимица, которого он никогда не допускает никого, и несколько человек уже отдали жизни, пытаясь его погладить. Спросить про охрану. Собака, товарищ Десалево, застрахована на сумму с 6 нулями, поэтому ее охраняют так же, как мэра Хельмера. А может быть и лучше. Разрешение пройти. Разочарованно кивает головой. Даже за взятку он не может допустить в зал VIP кобелей посетителей, но не указанных в секретном списке, утвержден лично мудрым вождем. Пойти домой. Нет, я на самом деле получил все, что мне надо. У меня осталось 4 часа. Сколько мне нужно для книжки? Блин, для книжки там стопудово нужно будет часов 6. И это сейчас будет прям печально. И это будет печально, потому что я ее не смогу сейчас всю прочитать. Я же говорил... Блин... То есть завтрашний день мне еще придется провести, не умея вскрывать замки, но... Так, давай чешем спать. Но мы сможем узнать, по крайней мере, про секретную комнату, наверное. Так, и сегодня же уже началась викторина, то есть надо будет начать работать. И у нас нету денег, и у нас вообще все плохо. Хорошо, попробуем сейчас сначала к боссу ломануться и ввести пароль Спок. Интересно, не придется это вручную вводить или нет? У нас, кстати, с собой это бухлишка. 1000 чертей, пора домой. Надеюсь, меня с ним пропустят. Пожалуйста. Да, хорошо.
А сейф я открыл? Че это я? Это новая информация о Калибе Редгрейве. А где? Ладно. Валим на 90 этаж. Так. Мы пока что лидируем. Но это не значит, что нам вообще не придется работать. Взламывать пока что кабинет наших коллег нам не с руки. Нам нужно пойти сейчас поговорить с начальником. Не поговорить, наоборот. Блин, еще же нужно идти искать этих уродов на улице. Это тоже 3 часа займет. Я подожду. Завтра я уже смогу взламывать замки. Это хорошо. Значит, тут тоже нужны эти... цилиндровый! Ох ты! Цилиндровый я тут в любом случае пока не взломаю, поэтому... Ладно. Итак, компьютер. Пароль. Дверь открыта. Что-то реально открылось. Вот она, винтовая лестница. Я знал, что это здесь. Блин, что, только чтобы меня не заперли здесь, пожалуйста. Ёлки-палки. Рабиндранат, ты живой? Кто здесь? Спасите, умоляю, вытащите меня отсюда, я больше не выдержу. Вы кто? Что происходит? Что это за странное место? А у меня, кстати, было сразу написано, что это его имя. Рабиндранат, хватит уже любезности, прошу вытащить меня отсюда, пока этот маньяк не вернулся. Ну да, извините. Возьмите на столе скальпель, разрежьте ремни. 15 минут, чтобы взять скальпель? Это мне надо. Коды Хеймдаля, это мы дополняем потихонечку. Хорошо, это не надо читать. Так, что происходит? Вытащите. О, да, извините. Пытать! Блин, я что-то... Я думал, что тут будет такая опция. Освободить. Ладно, освободим. Ну, как бы, мне бы, честно, мне было бы интересно. Блин, чертов сальва. И что же вы тут делаете? Это я вас хотел спросить, что тут происходит, что это значит? Вот все это. Это моя комната отдыха, я оставляюсь, ставлю эксперименты над людьми. Я хочу узнать пределы личности человеческой психики. Мне интересно, какую боль может выдержать человек, прежде чем согласиться на смерть. Ну, хватит об этом. Итак, вы узнали мой маленький секрет. Что вы планируете теперь делать? У меня нет 1000. Вместе? Если вы позволите, я бы хотел присоединиться к вам. Вот как? Почему? Я всегда был любопытным. И то, что то, чем вы занимаетесь, ужасно интересно. Просто мне кажется, иначе мы отсюда не выберемся. Я рад, что... Дока 2! Это очень тоненькая. Вылезла ачивка, которая называется Дока 2. Если вы в курсе того, что это за название, откуда оно идет, я думаю, вы понимаете. Не хотите приступить прямо сейчас? С удовольствием. Вы прекрасно справляетесь, Редгрейв. Думаю, мы сработаемся. Теперь прошу меня извинить, меня ждут другие дела. Но таким образом, я тоже стал соучастником, да? Выход с другой стороны. Ясно. Ничего ты мне другого больше не скажешь теперь об этом, да? Мне кажется, это было не совсем правильное решение, но да ладно. Каннингем...
построил под кабинетом комнату для пыток. Пароль секретной папки в терминале для Salus Pocket — это имя его собаки. Это мы знаем. Блин, я мог его спасти, если бы мне было 1000 уважения, да? Мне чуть-чуть совсем не хватило. А что мне теперь с этим... Оно провалено? Нет? Скажите, пожалуйста. Почему у меня задание первого этажа открыто? Я понимаю, что они все выполнены. А почему Хэнк такой злой? Накричал на меня спросить коллег, почему... А, это все выполнены, да, расследование? Обыск этажа. Так, конкурентная среда, скотч. Это я достану завтра. Викторины, кто ты? Выясни, кто такой Джон Смит. Замять следы, поговорить с Хэнком. Сальва и убили брата Хэнка. Надо сообщить о смерти Рабиндраната. Черт. Да, я получил за это 500 золота. Я это понимаю. И надо еще поговорить... Так, с Райтом нужно поговорить насчет его брата. И со Смитом надо поговорить. И надо как-то на него надавить. Но перед тем, как на него надавить, мне нужно больше... Сейчас дам информацию о коллегах, наверное. Оп, стоять. Ага. Сдать информацию. И у меня все равно штуки нету, блин. Мне бы еще... Да ладно, закончить разговор. Взламывать я все равно пока что не могу. Так, Райт, иди сюда, дружище. У меня для тебя не очень хорошие новости. Про брата. Соврач нашел брат, но не смог его спасти. Рассказать про убийство. Соврать. У меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая — я нашел твоего брата. А плохая — крепись, он мертв. Что? Не может быть. Что случилось? Он шел по мосту, поскользнулся и упал из замечателя. Я попытался спасти его, но не успел. Прости. О, что он делал? Что он делал на этом мосту? Я не знаю, он не успел спросить. Кратишка, как мне теперь жить? Эван, зачем? Скажи мне. Не жаль, держись. Я не хочу держаться, я хочу умереть. А я могу тебе в этом помочь? Нет. Прыгай. Блин, но это ослабит наш отдел. Теперь мне придется работать. Черт. И я не обыскал его чертов ящик. А теперь я уже не смогу обыскать его чертов ящик, потому что вместо него завтра будет работать какой-нибудь... Блин. Даже не завтра, уже сейчас вместо него работает Карл 193. Твою за ногу. Тогда на вот этого я буду давить завтра. Подождите, ребят. Так это не работает. Мы пока что лидируем. Все, валим домой. Нам нужно кучу всего сделать на улице. Нам нужно книжку. Нам нужно тот все это 5-10. Черт. Не ожидал я, что так будет. Еще один. Он тут каждый раз появляется на выходе? Погодите. 7.21. Ну, вроде как я собрал треть, да? Этих сейфов. Еще участников надо найти. Хорошо, это я пойду сейчас на улице поищу. На самом деле, мне даже не жалко этого чувака. Мне жалко, что я теперь не смогу обыскать его кабинет. А вдруг скотч был именно там, прикиньте? Ох. Да чертовы счета, идите подавитесь, блин. Телефон 110. Типа я им
Ну, ну ладно, я им пользуюсь. Я хотел сказать, ну типа я им пользуюсь. Но да. Так, чертов телек, чтобы он у меня больше не моргал. Не буду я ничего смотреть, забейте. Дочитываем книжку наконец-то. У нас останется вот эти полчаса в никуда. Нужно уходить домой, чтобы оставалось ровное время. Так, сувальдные замки мы вскрывать умеем супер. Добавлю навык. Пойдем на улицу искать... кандидата. Ну, 3 часа это займет. Фуф. Вспомнив про задание Роуз, вы решили пройти по улице поиска кандидата на участие в патриотической викторине. Стемнело, улица быстро опустела. Полицейский патруль. А что сразу вниз-то? Офицеры и несколько патрульных сопровождают в участок профессора, который, вопреки директивам Министерства науки, на лекции доказывал, что в числе пи может быть больше 2 знаков после запятой. Вы объясняете офицеру свою проблему, и тот, находясь в хорошем настроении, предлагает профессору искупить свою провинность участием в патриотической викторине. Профессор моментально соглашается и с мольбой смотрит на вас в надежде, что вы избавите его от общества полиции. Согласится взять профессора. Хорошо. Ой, он мне еще и книжечку дал, что ли? Ну-ка. Экономическая теория и быт. Новый навык, скидка на аренду жилья. Круто. Это я хорошо сделал. Чистильщик сапог. Перепачканный в гуталин мужчина не выглядит знатоком патриотических актов и подвидов, зато готов на любую оплачиваемую работу. Выслушав вас, просит услугу не платить. Агитатор. Увлеченный прославлением вождя, его деяния и величественного разума, агитатор не сразу обращает на вас внимание. Вы излагаете свои просьбы, агитатор едва не подпрыгивает от радости. Оказывается, участие в патриотической викторине — его детская мечта, к исполнению которой он гордился, к которой он готовился с молодых ногтей. Фига себе фразочка. Недавно он даже хотел купить место в команде, но никто не согласился продать. Продать, конечно! Я только за... Это все 5, все? Погодите. Викторина, да, все. Я, ну, то есть, хоть какой-то плюс мне должен быть с этого. Чистильщика сапог, но мне просто не надо, потому что... А это я его вместо себя, что ли, поставлю? Давайте мне эти 100 монет так-то... Просто если это вместо меня, это было бы круто. Так, 3 часа я сейчас еще потрачу на чтение книжечки. Там, скорее всего, часов 6 или 8 мне надо будет читать, я так предполагаю. 10! Но это нужно. Хорошо, ребятушки, тогда я предлагаю на этом серию заканчивать. На следующий день мы пойдем копаться в ящиках, посмотрим, что было в кабинете Фергюсона. Я надеюсь, что нас ожидает очень много чего интересного, приятного. Возможно, мы даже скотч найдем. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.